дождались. 2018 год группа «Серебро» начала с новыми силами. Причем силы девушек прибавилось не только благодаря отдыху на Бали, но и благодаря новой солистке, которую так долго и тщательно подыскивал продюсер Макс Фадеев. На смену Полине Фаворской пришла ее настоящий двойник Татьяна Моргунова. В обновленном составе «Серебро» впервые выступили на открытии одного московского бара. Даже самые преданные поклонники удивились поразительному сходству новой солистки. Одни самые преданные поклонники удивились поразительному сходству новой солистки, а другие заметили, что за праздники девушки немного поправились.